Держи. Судак. Давай вытаскивай. Давай. Сама тащи, дочь. Сама, подтягивай. Молодец. Это кто? Судак. Да как судак, это щука, вы что, парни? Судак. Судак. Покажи. Это щука. Судак. Судак, да. Опять царская рыба. Маш, ты что вытворяешь вообще, а? Я сказал, джаз сыграй. Маш, ты что вытворяешь? Ты сейчас снимаешь? Да. Теперь снимай. Маш, можно есть? Конечно. Ну-ка, покажи, Олег, покажи в эфир. Офигеть. Потрогай, дочь. Слушай, дочь, ты фартовая прямо, а? Похоже, папке надо хуже. Че, камера? Мобайл, камера. Да нифига. Сюда. Вот, если... Офигеть! Слушай, а чем как это? Машка, я такие рыбы никогда в жизни не ловил вообще. И не поймаешь. Представляешь? Ты сам, да вот слушай, ты меня перещеголял просто вот, на три головы. А мне снится. Не, на пол. Мне снится поклевка, слышишь? Да. Машка, ты как поняла-то вообще, Маш? Ну, у меня начало... Вообще-то Машка рыбак. Сначала меня дернуло прям. Я подумала, мы сцепились. Потом я начала Нет, давай на пол. Нет. Пускай на полу лежит. Знаете, нет. Как это произошло? Все, пускай на полу. А я что понял? Она сейчас... Один к салфетке гигиенически. Гандон. Диман, знаешь, что джаз? Машка, слушай, ты какая-то правда фартовая. Надо лодку покупать. Офигеть вообще просто. Это надо так? Чего? Конечно, она живая. Она сюда положила, мы раз и улетела бы сразу. Так, смотрите, она сейчас как прыгнет. Да не прыгнет. Машка, слушай, ты меня удивляешь, правда. Дим, ты видел, да, вот это вот? Вообще? Кош! Да все, успокойся, все хорошо. Дочь, успокойся, лежит она. Смотри, чтобы Ройка не съел. А где Ройка-то вообще? Я про него забыл вообще. Ройка, кто это, Ройка? Смотри, кто это? Нет, пусть посмотрит. Пусть посмотрит, кто это, Рой? Рой, уйди, он шел. Рой, кто это там? Рой, уйди, Рой. Рой, на. Рой. Ешь. Да нельзя. Да не давай, что это моя рыба? Все, успокойся. Дочь, да успокойся, не тронь то нос. Это моя рыба. Рой, сиди. Это моя рыба. Ой. Сам себе лови. Слушай, ну Машка, блин. Молодец. Вытаскивай. Машка, слушай. Не, ну я... Так, запомни, что это, голубенький фидер, или как он называется? Саюки джаз. Саюки джаз? Смотрите, короче, я такая... запомнил название? Саюки джаз. Я скажу, что произошло. Я просто такая сижу, ну, блин, ничего не получается. Такая, ну, блин, я начала просто крутить. Ага. Я как дёрнула у меня, такая, что, мы зацепились, дёргать. Я начала крутить. Слушай, ну ты даёшь, Машка, блин. Ты круче меня в этом, 100%. Ну, опять, а Димка нервно курит в сторонке. Я хочу, чтобы Димка тоже поймал. Ну все. Там у Димки уже и удочка круче, и насадки круче. Вот. Может попроще не должно? Да чего ты? Виньё! Нет, папа! Да что такое? Кого? Он тебя укусит, что ли? Офигеть, Машка, судака поймала. Ты видел, Мария? Судака, ты представляешь, это самая крутая рыба речная. Опять? Нет, самую крутую рыбу ты вчера поймал. Нет, ну это вот номер один, судак, а то, что ты вчера поймал, ее нельзя ловить. Понимаешь? А это можно. Но опять же, до 5 килограмм, по-моему, да, Олег? От 36. А это сколько она? А, тут даже... Она пофигу. Смотри, Валдай идет. Это снизу? Да. Надо было рыб показывать вот так. Завидуйся, молча. Фу, Машка. Машка, давай петулю тебе отдам, а? Машка, ты вообще крутая у меня вообще, девочка. Круто. Смотрите, что он тут. Она это. Димка нервно курит в сторонке. Заплачь. Иван, братан. Сейчас ты и ты поймаешь. Так, нервно. Не плачь только. Нет, он плачет, правда. Фу. Пока никто не видит, да? Не, он придет ко мне. В маске. Олег, можно я тебя в глубь сижу? Че, можно? В глубь сижу? А кто поставил, да? А у тебя есть тряпка, что у нас вытрет. Я все пошел. Я думаю, все, давай. Пап, ну поплыли.
Подождите, а Димка там на этом. Фух, да, слушай, Машка, ну ты даешь, блин, а? Мне надо ловить. Офигеть, слушай. Ты меня удивляешь. Так, нейтралка. Чик. Зажигание. Опачки. Чик. А что, да нормально все что-то? Ёба, я думал, я прав, полчаса хватит. Да, ну ты минут 20, наверное, да? А мне снится, блядь, покрёк, потом... А, да! А, кстати, ты как, он как проснул? От криков, да? Так, что нам надо, чтобы Олег спал? Да, чтобы Олег спал и Машка рыбалила. GoPro, стоп видео.